Они сделаны в Австралии, но производятся в Китае на ответственном экологичном производстве. Ну, Максимка, это не входило в сценарий. Без использования хлора, парабенов, латекса, фталатов, отдушек. Максим, что не так? Ты ешь и ешь, что ты нервничаешь? Все, не балуйся, ешь, пожалуйста, спокойно. Мама видео записывает, да. Производитель говорит, что подгузники созданы без использования латекса. Ты почему от моего голоса так реагируешь? Это мой сценический голос, Максимка. Ты что? Это финский. Максим, Максим, не смешно. Все, ты сын блогера, привыкай. Ну что? Ру 1790 рублей за 48 штук. То есть одна штука стоит 37 рублей. Максим, Максим, ну ты что вытворяешь-то, а? Позоришь меня перед читателями вообще. Ну что ты предлагаешь маме делать? А, что ты предлагаешь маме делать? Ну-ка расскажи мне. Что ты маме предлагаешь делать, мой зайчик? Ну, что там интересненького? Что там интересненького, интересно? А, ну-ка посмотри. Да, 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 да. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами была Лена Володина. Пока-пока. О, малыш, вовремя мы закончили. Сейчас пойдем. Бык поставим на стоп. На стоп. Да, поставим. Ой, мальчик, мальчик. Может, там еще...